Химкам 79. Шумно и ярко отметил свой праздник городской округ. По традиции, в этот день отметили самых активных химчан. Заслуженные награды получили работники социальной сферы и крупнейших городских предприятий, общественных организаций, журналисты, блогеры, спортсмены, волонтеры и просто активные жители. Торжественная церемония награждения прошла в театре «Наш дом». Поздравил гостей и наградил жителей глава городского округа Дмитрий Волошин. Дорогие химчане, примите мои поздравления по случаю Дня города и пожелание успеха в работе, учебе и общественной деятельности. Помните, вы наша гордость. Спасибо. Сразу после показательных выступлений от арены Химки стартовало традиционное шествие. В нем приняли участие более 2000 человек. Представители химкинских предприятий и организаций, впечатляющие колонны по звуке оркестра, прошли по улицам города до парка имени Льва Толстого. Там ко дню города открыли уникальный музейный комплекс. В 10 залах расположились экспозиции, в состав которых вошли пейзажи Александра Шилова и фотографии видов городского округа. Также были представлены достижения городообразующих предприятий. А парк Дубки в это время принял самый вкусный городской фестиваль. У детей угостили ледяной камень, попкорном, сахарной ватой, свыше 10 000 порций вкусностей. За какими же сладостями персидским чаем? Нам и сладкую вату ребенок вот уже облизывается. Мне здесь все нравится. Обычно в парке Дубков столько народ никогда не было. Ну, только по каким-то праздникам. Но здесь еще больше. Очень вкусный леденец. Да. Рядом в сфере имени Марии Рубцовой посетители смогли полюбоваться ретро-автомобилями. Все машины в строю. Некоторые водители и сегодня разъезжают на резикетах по городу. Это автомобиль выходного дня. Я на ней катаюсь только летом. Вот. И также люблю в отпуск ездить. Я на ней напутешествовал уже около 20 000 километров. А вечер в городском округе был по-настоящему музыкальным. Звезды Black Star и другие артисты российской эстрады зажгли танцпол на площадке возле торгового центра «Мега Химки». Перед концертом химчане поделились своими ожиданиями. И посмотреть, конечно же, на мото. И прийти просто атмосферно потанцевать. Отвечу словами дочки. Ой, такие артисты, такие артисты. Участие порядка 40 000 жителей. Насыщенная праздничная программа также начнется еще не только вперед, только